В Гродно прошли традиционные гуляния с песнями и плясками, в народе именуемые «колядами». Идею возвращения к народным истокам и возрождения старинных обрядов поддержали в центре наследия. Ряженые зазывалы, песни и пляски замкнули в общем хороводе всех гостей праздника. Прощались с зимними торжествами и знакомились с культурно-историческим наследием белорусского народа, учащиеся гродненских школ, воспитанники Панемуньского детского дома, а также заглянувшие на гуляния горожане и туристы областного центра. Их встречали обязательные участники любительских представлений – ряженые. Символ плодородия и жизненной силы – коза, снегурочка, медведь и другие персонажи охотно вовлекали гостей в интерактивную постановку. По древней языческой традиции, которая с течением времени прижилась и в христианстве, на коляды было принято веселиться от души. Этот праздник считался главным у наших предков и знаменовал день зимнего солнцестояния и начало Нового года. В нашей славянской культуре коляды, календы – это тоже целый цикл мероприятий, который начинается, ну, уже в последнее время католической вигилией, то есть днем перед, собственно, Рождеством, потом Божие народжение, потом Новый год, потом сочельник перед православным Рождеством, Рождество, и заканчивалось все это крещением. Поэтому в славянской культуре говорили «хрещение, коляд, прощение». Ни одни коляды не обходятся без гаданий. Центр наследия не только предоставил своим гостям возможность заглянуть в будущее, но и познакомиться с удивительным прошлым. Экспозиция белорусских народных инструментов, рыцарских атрибутов, мастер-классы и выставки народного творчества увлекли не меньше ряженых и на время оторвали от плясок. Однако главных гостей праздника, гродненских школьников, влекло на улицу, где под задорную народную музыку и продолжились народные гуляния.